Поселок Бородино. Женская исправительная колония номер 10. Здесь отбывают наказание второходы. Женщины, осужденные за повторное совершение преступлений. Раньше эта колония была мужской и, по рассказам сотрудников, находилась в ужасном состоянии. Полуразрушены здания, земляные полы в бараках. То, что было и то, что стало – небо и земля. После перепрофилирования учреждения здесь открыли швейный цех, потом второй. Сдвиги налицо. Сегодня открывают новый производственный участок – раскройный цех. Мы производим продукцию для силовых структур. Сейчас мы выполняем заказы, значит, военно-полевой костюм, цифру шьем, и костюмы для военно-морского флота. В общей сложности здесь ежемесячно производят продукции на 1,5 миллиона рублей. За счет прибыли предприятия для цеха смогли приобрести новую промерочную машину. А вот с покупкой раскройного оборудования помогли сотрудники другой колонии. Теперь в этом раскройном цеху будут трудоустроены 50 осужденных. В этом цеху готовят ткань к раскрою. Проверяют на брак, рабочие параметры устанавливают, соответственно, расчетчики рассчитывают, и с максимальной экономичностью удается на раскрой, из которого потом изготавливаются костюмы, которые нам предоставляет заказчик. В этом цеху работают женщины, ранее уже получившие специальное образование. Для швейных цехов рабочих обучают прямо в колонии, в филиале ведомственного профучилища, а потом и непосредственно на производстве. Сейчас обучение проходит две группы женщин, по 25 человек на курс. Профессиональное училище номер 48 осуществляет свою образовательную деятельность в 4 исправительных учреждениях, в том числе и в этой исправительной колонии номер 10. По профессиям швея со сроком обучения 5 месяцев и оператор швейного оборудования со сроком обучения 10 месяцев. Параллельно с производством сотрудники колонии также занялись сельским хозяйством и животноводством. На подсобном участке выращивают огурцы, кабачки и капусту. Для повышения урожайности поставили несколько ульев. Теперь это единственная колония в регионе, где держат пчел и добывают мед. На достигнутом здесь не останавливаются, все время пробуют что-то новое. Сейчас увлеклись кролиководством. О ценном диетическом мясе говорить пока рано, животных всего 9. Да и пока не придумали, что делать со шкурками. Мы содержим и разводим 2 породы кроликов. Вот белый великан и французский баран. Значит, данные породы выбраны были неспроста, потому что они более ассимилированы для выращивания в нашей территориальной зоне, привыкли к погодным условиям нашим, хорошо плодятся, быстро растут, набирают вес. В планах на будущее открыть еще один, 4-й швейный цех и трудоустроить всех женщин, отбывающих здесь наказание. Пока что работой заняты только 300 из 550 осужденных. А также в полной мере обеспечить учреждение собственными овощами и кроличьим мясом. Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.